Всем привет, это канал Odoo Batteries. Сегодня мы расскажем о необычной кастомной крутой термоусадке для аккумулятора. Для начала об аккумуляторе заказчика. Пришел заказ на небольшой аккумулятор 12 вольт 18 ампер часов. На нашем сайте вы можете вбить необходимые значения и получить раскладку по возможным сборкам. Они разнятся слегка по емкости, по ячейкам, по МС-плате и так далее. У нас получилась такая модель, тривиальная сборка, но мы решили немного изменить компоновку и предложить нечто особенное. Итак, для сборки нам понадобятся ячейки, БМС-плата, разъемы, никелевая лента и прочая мелочевка. Кстати, о ячейках. Это фирменные ячейки Odoo Batteries. Их можно приобрести на Яндекс.Маркете. Итак, наша термоусадка сегодня будет обычная 1,5-литровая PET-бутылка. Далее идет стандартная процедура сварки. Получаем вот такую сборку. Обматываем каптоновым термостойким скотчем по всей площади, не жалея скотч. Бутылка подходит по размеру очень четко, не имеет никаких дополнительных рельефов, это очень удобно. Далее просто засовываем аккумулятор внутрь. Обдуваем горячим феном, PET-бутылка имеет высокую степень усадки. Мы получаем вот такую термоусадку. А от пластиковой бутылки остались рожки до ножки. Итого имеем. Первое. Сверхпрочная термоусадка. Нужно очень постараться, чтобы проткнуть. Прозрачная работа в буквальном смысле. Клиент видит, что внутри находятся заявленные ячейки и БМС-платы, а также может оценить качество выполненных работ, никакого кота в мешке. Третье. Дешевая термоусадка. Ее можно найти где угодно и стоит она нисколько. Четвертое. Двойной экологический эффект. Мы не просто сократили потребление термоусадочного пластика, но и использовали вторично пластиковую бутылку, сократив количество мусора. Пятое. Пластик так плотно и крепко облегает ячейки, что выполняет функцию также холдера. Шестое. Обслуживание и диагностика такого аккумулятора гораздо проще и дешевле. Клиент даже может самостоятельно оценить состояние аккумулятора визуально в случае необходимости, без дополнительного разбора. Друзья, как вам такое решение?